Что же вы прекратили петь? Насколько я понял, это обычное занятие для наших крепостных в часы досуга. Но ваш отец разрешил мне. Ну еще бы. Только отца сейчас рядом нет. Пение не поможет, когда вас будут пороть на конюшне. Если господин барон, если Иван Иванович так решит. Стоять! Разве я давал вам разрешение уйти? У меня для вас есть поручение. Я надеюсь, я не должен вам напоминать, что вы должны выполнять мои поручения. Все мои поручения. Конечно. Что прикажете?